Сегодня в Центре культурного развития Яхромске идут ремонтные работы, которых ждали давно. За счет средств муниципального бюджета идет полное обновление сцены. Это была большая проблема, потому как большое количество мероприятий, которые должны проводиться на сцене, мы не могли проводить в силу того, что сцена была в очень плачевном состоянии. То есть это большие трещины, это большие занозы. А у нас достаточно большое количество самодеятельных коллективов, их более 11. Ремонтные работы проводит специализированная московская компания, которая на протяжении многих лет делает сценические покрытия для российских театров. По современной технологии будет сделана и сцена Центра культурного развития Яхромский. Сначала мы покрываем фанерой, все специальной фанерой, да, а затем это материал сценический линолеум, материал из Польши, мы его ждали очень долго, в течение 2 месяцев, да, не могли позволить себе начать работу, и вот сейчас все свершилось, все пазлы сошлись, и у нас будет замечательная, прекрасная сцена. По словам директора Центра культурного развития Яхромский Ольги Богомоловой, новая современная сцена позволит проводить еще больше интересных мероприятий с участием различных творческих коллективов, а также организовывать на этой площадке различные фестивальные движения.